Дорогие друзья, всем огромный привет! Вы на канале «В гостях у Анушки», и сегодня я готовлю булочки. Булочки на самом деле получаются воздушными, как облако, и особый аромат этим булочкам придает штрейзельная крошка. Приготовление я начинаю с опары. У меня здесь 300 мл теплого молока. Молоко не должно быть холодным, и ни в коем случае оно не должно быть горячим. Просто приятная теплая температура. В молоко добавляю столовую ложку сахара из общего количества. Также всыпаю 7 грамм сухих дрожжей, это 1 чайная ложка с большой горкой. В опару добавляю 3-4 столовые ложки просеянной муки, все хорошо перемешиваю. Опару отставляю в сторону, нам нужно дождаться, когда сверху появится дрожжевая шапочка. Теперь беру 2 яйца, в миску всыпаю оставшийся сахар, в общем сахара я использую 120 грамм. Сюда же добавляю хорошую щепотку соли, все хорошо взбиваю и вливаю растопленное сливочное масло 70 грамм. Все хорошо перемешиваю, пока отставляю в сторону. У меня прошло примерно 15 минут, сверху появилась вот такая вот пенная шапочка. Хорошо все перемешаю и отправляю опару в яичную смесь. Если дрожжи не дали никакой реакции, опара у вас не поднялась, значит дрожжи испорчены и не стоит с ними дальше работать. После того, как я все хорошо перемешала, начинаю добавлять муку небольшими порциями. У меня ушло 650 грамм муки только в тесто и примерно 30 грамм для того, чтобы посыпать стол во время вымешивания. У вас количество муки может отличаться на 50 или даже на 100 грамм. Все зависит от влажности муки, от ее помола, поэтому не спешите добавлять муку. Тесто я буду вымешивать на столе не меньше 10 минут, примерно 15 минут. Тесто должно получиться слегка липковатым, если оно будет очень сильно липнуть к столу, добавляйте понемногу муку. Вот такое липковатое тесто я вымешиваю примерно 10 минут, если оно очень сильно липнет и его неудобно вымешивать, подсыпаю немного муку и продолжаю дальше вымешивать. Любое сдобное тесто лучше всего не забивать мукой, чтобы выпечка получалась воздушной. Все, тесто у меня готово, оно остается вот такое вот липкое, муку я больше не добавляю, теперь тесту нужно дать отдохнуть и увеличиться в объеме. Я руки смазала растительным маслом, слегка обмажу тесто, чтобы ему было легче подниматься. Тесто я оставляю просто при комнатной температуре на часа 2, для того, чтобы оно увеличилось в объеме хотя бы в 2 раза. Также вы можете разогреть духовку на 30 градусов, выключить духовку и отправить туда тесто. Оно там поднимется примерно за 40 минут. Пока мы были на прогулке, наше тесто прекрасно поднялось. Теперь его переношу на стол. Стол я ничем не посыпаю, тесто больше не липнет. Делаю из теста вот такую вот колбаску и делю на 17 частей. Если вы хотите, вы можете воспользоваться весами. Каждый кусочек весит примерно 60-70 грамм. Теперь сразу можно приступать к формированию булочек, и чтобы тесто не обветривалось, я накрываю его полотенцем. Раскатываю тесто в красивый ровный круг толщиной примерно 1 сантиметр. Выкладываю начинку, у меня сегодня джем из морожки, начинка конечно же может быть абсолютно любая на ваш вкус. Теперь склеиваю края, для того чтобы края хорошо склеились, начинка не должна ни в коем случае попасть на край теста. Все хорошо склеиваю и формирую круглую форму. Если булочки вы хотите сделать без начинки, тогда лучше в тесто добавьте чуть больше сахара, чтобы булочки были сладкими. Готовые булочки переношу на противень, застеленный пергаментом, также противень можно просто смазать маслом. У меня получилось 12 булочек с начинкой и 5 булочек я сделаю обычной без начинки. Когда подготовила все булочки, накрываю их полотенцем, оставляю на минут 20 для того, чтобы они поднялись и включаю духовку на 180 градусов. Также подготовлю штройзель, беру 2 столовые ложки муки, 2 столовые ложки сахара и 20 грамм холодного сливочного масла. Все это перетираю в крошку. Когда булочки хорошо поднимутся, их нужно смазать взбитым яйцом и хорошо сверху посыпать крошкой. Благодаря крошке сверху на булочках будет хрустящая корочка и булочки будут очень ароматными. Убираю противень в хорошо разогретую духовку, выпекаю в середине духовки до румяного цвета. Время выпекания зависит от вашей духовки, в моей духовке булочки выпекаются ровно 25 минут.
Булочки мои готовы, даю им остыть и можно пробовать. Скажу вам честно, такие булочки у нас разлетаются очень-очень быстро. Если у вас что-то останется на второй день, тогда булочки лучше убрать в пакет, и они будут мягкими еще 2-3 дня. Также на третий день такие булочки можно разогреть в микроволновке буквально 10-15 секунд, и они снова будут мягкими, как будто только из духовки. Друзья, пробуйте, готовьте. Надеюсь, вы тоже будете довольны такой выпечкой, как и я. Спасибо вам, что были со мной. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я с вами не прощаюсь, впереди у нас еще очень много вкусного. До новых встреч!